1994 год. Ленинградский механический институт имени Дмитрия Чувствуна Маршева. Умер Дмитрий Чувствун. 1992 год. Перестройка. Балтийская. Что Балтийская? Это вы что, с Прибалтикой дело имеете? Нет, не имеем. И Балтийское государство. 1997 год. Военмех. Имя Дмитрия Чувствуна. Слово военмех. Стало доступно. Мы гордимся этим словом. И наши выпускники говорят, военмех лучше всех. Оно, наверное, так на самом деле прям есть. А Дмитрий Чувствунове немножко, я вот что.